И снова трагедия в Петропавловске. От угарного газа в своем доме погибла 49-летняя женщина. Это четвертый смертельный случай за первую неделю нового года. ЧП произошло в районе Подгоры в одном из частных домов. На месте происшествия побывала моя коллега Айгерим Муканова. Роман Ширяев вышел утром во двор, чтобы покормить собак. Увидел, что из соседнего дома идет дым, и сразу позвонил пожарным. Заметили дым, да. Тут из окон, изо всех дым валил такой. Потом вроде утих, и как бы начался так, тихо, так спокойно. Потом опять повалил с крыши, и все, вызвали пожарных. Звонок о возгорании дома по адресу улицы 308 краснознаменного полка, дом 31, на пульт 101 поступил в 10:44. Огнеборцы прибыли на место через 5 минут. В этом доме жили мужчина и женщина. Когда начался пожар, он был на работе. Что произошло в это время, пожарным предстоит выяснить. Когда они попали в дом, обнаружили на диване бездыханное тело 49-летней хозяйки. По предварительной версии, она отравилась угарным газом. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров. Вместо вызова диспетчером было направлено два хода подразделения специальной пожарной части номер 1. Пожар был своевременно потушен. Сотрудники службы пожаротушения сработали организованно и быстро. В устранении возгорания были задействованы 20 человек. По данным спасателей, за первые 6 дней нового года в области произошло 6 пожаров. В них погибли 4 человек. Айгерим Муканова, Казбек Аркбаев, новости МТРК.